Субъекты, реализующие товары дистанционно, либо через рекламу или иные информационные источники, в том числе через сеть интернет, обязаны будут в этих источниках указывать цену шрифтом, размер которого должен быть не менее половины наибольшего размера шрифта, содержащегося в этом описании. Также по требованию потребителя вся информация о товаре должна будет доведена ему продавцом в письменном виде. Да, закреплено право потребителя на осуществление расчетов в наличной и безналичной форме. Также введен запрет на установление субъектом торговли или обслуживания различных цен тарифов в зависимости от формы оплаты. То есть не может быть разная цена, когда ты покупаешь товар за наличные деньги, и другая цена, если ты покупаешь товар по карточке, по безналичному расчету. Цена должна быть одинаковая. Кроме того, введен запрет на истребование у потребителя паспорта или иного документа, удостоверяющего личность при возврате ему денежных средств, за исключением тех случаев, когда при покупке предъявлялся паспорт.